благими намерениями услана дорога в ад. А что, если намерения изначально не очень-то и благие? Как показывают все кризисы, войны и эпидемии, результат у них всегда один. В той или иной мере. Концептуально он сводится к одному. Бедные беднеют, богатые все более окукливаются в своем уютном мирке и клубе золотом, золотых девочек и золотых мальчиков. В этом свете очень интересен карантин, его введение. Нет, я не собираюсь строить теории заговоров или еще рассказывать какой-нибудь бред. Эпидемии были, есть, будут, и люди от них будут и умирали, и будут умирать в том или ином количестве. Всем было, в общем-то, насрать последние 20-30 лет на пандемию СПИДа там в Африке, на Эболу, на эту смертность, на уровне заражения. В общем-то, до тех пор, пока людей это не касается, в одной точке количество умирающих и страдающих людей, в другой точке их не интересует. Это нормально, это человеческая природа. Но теперь мы вот столкнулись с такой интересной вещью, как коронавирус. И он интересен тем, что вокруг него возводится очень крутая массовая истерия, просто такая мощная. Люди, не отягощенные, не то чтобы нет интеллектом, там образованием, нет, каким-то вот что ли таким критическим мышлением и способностью себя отвязать от какого-то эмоционального фона, очень этому подвержен. А давайте посмотрим на всю эту эпидемию с другой стороны и что мы можем сейчас уже увидеть, ее результаты будущие. Потому что карантины рано или поздно закончатся. Какой-то пик летальности, он тоже закончится, хотя бы потому, что люди, у которых проблемы со здоровьем, восприимчивы так или иначе, они просто-напросто до определенного момента, их большая часть, даже в самых худших эпидемиях, просто умирает, а остаются те, кто так или иначе с иммунитетом приобретенным уже. Но суть не в этом. Суть в том, что последствия будут очень интересные. Они уже сейчас видны, при том без особой привязки к стране какой-либо. Например, цифровой ГУЛАГ. Он всех ждет нас в той или иной мере. Денежки наличные. Людей будут более интенсивно от них отучать. Потому что, скажем, деньги наличные – это зло. Вот, понимаете, человечество тысячелетиями как-то не сдохло за все эпидемии, но теперь надо отнять даже бумажки, не говоря уже о том, что ведь золотых стандартов нет, монеты это фактически не из золота и серебра делаются, правильно? Деньги надо превратить в цифровые записи. А цифровыми записями, цифровой формой, тут уже все по велению банка и держателя платформы государства. Есть у тебя эти деньги или нет, можешь ты их взять или нет. А вот как показала ситуация лет 6 назад, деньги у тебя могут быть на счету, они могут быть на депозите, на вкладе, а снять ты их не можешь. Или можешь снять, но не в той валюте, в какой хочешь. У тебя деньги в одной валюте, а снять ты их не можешь, потому что тебе нельзя. Это можно, может быть, какому-то властимущему человеку, непростому холопу. Второй интересный момент – это то, что все эти меры в первую очередь бьют уже сейчас и изничтожают малый бизнес. Его просто сравняют с землей. Особенно тот, которому, скажем так, и до этого-то не в самых лучших условиях пребывал. Вот просто сравнивают с землей. Вот ситуации со всякими замечательными там Uber'ами, их клонами, там вот в России Яндекс.Такси есть. Все как-то видят, никто не делает выводов, что приходит крупная компания, у которой есть какие-то очень крутые финансовые возможности, и она
демпингуют. Когда она поставила раком рынок, эта компания потом что делает? Правильно, она уже владеет рынком, она ставит раком, ну, началось пока с водителей. Там посмотрим. Думаю, и с пассажирами со временем разберется, правильно? Вот мелкий бизнес, это что? У нас там всякие продуктовые, мелкие хозяйственные магазины, вот шмотки, все это вот какая-то мелкая электроника. Там, где еще может мелкий бизнес конкурировать с крупными сетями, которые, в общем-то, настолько крупные, что чисто за счет своего там трафика рекламного в интернете и прочем, они и так уже, в общем-то, наплевали на демпинг, у них уже и так цены дороже, в общем-то, значительно. Они лишь изредка между собой бодаются, просто потому что там где-то кумовья, вот эти все депутаты, там, дорогие министры, они где-то что-то между собой не поделили, не более. Такой вот рыночный передел. Да, а защитят вот мелкого-мелкого предпринимателя. Вот, как обычно, в говно втопчут. Вот это интересно. А, ну еще интересно то, что оказалось, что медицины вроде как и нет. То есть, я расскажу интересный случай. Где-то, может быть, за год-полтора назад пошел я в больничку государственную, естественно, по наивности и глупости. И я пошел, дело в том, что как бы государственный, это если тебе надо какой-то рентген и прочее, чтобы все это быстро сделано было, денежку заносишь, да и все. Но тут мне нужно было на прием к врачу сходить. Зашел я на прием к врачу, а врач мне с порога предложил такую замечательную вещь. Говорит, да вот видишь, какой у меня тут кабинет убогий, не нравится мне кабинет. Вот я здесь вообще на полставки работаю, один раз в неделю тут бываю. Я вообще вот в частной клинике там работаю, сходи-ка ко мне в частную клинику. Ну вышел я из кабинета, в общем-то. Меня даже осматривать не стали, там симптомы спрашивают, нет, это все хуйня. И пошел в частную клинику, но к другому врачу, ну чисто из принципа. Но это вот, кстати, так вот вкратце о том, что медицина из себя представляет, по крайней мере, вот у меня там в городе. Да это все так выглядит. Хуево это выглядит.